На день рождения принято дарить подарки, а лучший подарок от художников и ремесленников – это их творчество. 37 авторов представили свои работы, а это порядка 127 картин на второй выставке под говорящим названием «Арт Брест 2023». Это подарок городу на день рождения. Вернисаж собрал невероятное количество людей. У нас много разных талантов. И подходы, подача материала, она совершенно разная. Что в конечном счете, оно полезно для жителей нашего города, так как каждый человек индивидуален, и каждый зритель может найти что-то близкое для него. В основном это фигуративная живопись, но также в экспозиции есть работа наших ремесленников и абстрактная живопись. Строгий карандашный набросок, легкие воздушные акварели, картины маслом такие, задумчиво осенние и флюидный акрил по холсту. Это жанры, представленные мастерами, влюбленными в живопись. Натюрморты, пейзажи, портреты, к ним хочется прикоснуться, их хочется ощутить. А еще приятные картины с изображением животных, знакомые городские места. Эта работа написана на пленэре именно на реке нашей Муховец. Что вдохновляет вас? Меня вдохновляет на творчество прежде всего природа, красота, цветы. Это мне дает вдохновение и желание работать и создавать новые картины. Я пока еще не все смотрел, надеюсь, еще взгляну. Но кое-что есть, да. Есть акварели, вот напротив, там я смотрю замечательно. Акварель. Работы зеленого мне нравятся. Особенно классно рисует зиму. Но, как всегда, на выставках, организованных ассоциацией творческих людей, а в данном случае к ним присоединились предприниматели и ремесленники, выставка превращается в шоу, где свои вокальные номера представляют артисты, где разыгрываются призы, где у каждого есть возможность попробовать себя в роли настоящего художника. Класс! Я в восторге. Это не порыв, это привлечение народа к творчеству. Здесь собрались люди, которые все любят искусство, которые, возможно, любят его визуально, но тактильно не пробовали многие моменты. Поэтому на каждой нашей выставке мы стараемся провести мастер-класс для посетителей, чтобы человек мог проникнуться творчеством и как это создается работа, понять этот момент. А вы считаете, что каждому дано писать картину? Каждому дано писать картину. Я считаю так, что на каждый талант есть свой ценитель. Нельзя одну работу объективно оценить. Каждый взгляд ее будет оценивать по-своему. Человек, который в печали, увидит в ней тоску. Человек, который в радости, увидит в ней счастье. Поэтому точно так же писать могут все. Познакомиться с вернисажем можно до 6 августа включительно. Вас ждут в выставочном зале на Советской.